Пензу. Вот он, первый купленный в этом году троллейбус. Цена 2 миллиона рублей. Такой новый, что даже еще собран не до конца. Кое-что будут ставить на машину в Пензе. Например, бампер и фары. Здесь вот цельно тянутый лист, не швов. Очень хорошие шведские технологии защиты кузова рамы. Покраска тоже по новой технологии. Оборудование вынесено на крыше. И еще ряд таких специфических новинок, которые применены в этом троллейбусе. Его везли из города Энгельса Саратовской области. 250 километров по трассе в сцепке с тягачом МАЗ. Правда, эта дистанция для троллейбуса еще не марафон. Таким же образом водитель тягача Сергей Богданов доставлял рогатую машину аж до самого Санкт-Петербурга. Нормальная дорога, потихоньку доехал, все без всяких поломок, все хорошо. Одна проблема, с таким грузом не разгонишься, максимум 50 км в час.